Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро, сын. Доброе утро. Можно мне тост с сыром, пожалуйста? Конечно, господин Бурак. Я тоже съем один. Да. Нихат, я приготовила тебе это, жизнь моя. Зачем тебе тост? Спасибо. Спасибо, Шукран. Сын, ты что будешь делать сегодня? Поедешь в спортклуб или со мной в холдинг? Ну, сначала решу дела в клубе, а потом приеду в холдинг. Шикарно. Эмель, сделай сырный тост для господина Бурака. Хорошо. Я сделала для себя, но если хотите, можете отнести ему. Я сделаю себе новый. Хорошо, спасибо. Где Лив? Я отправила ее убирать комнату господина Бурака. А, хорошо, ослы. Тогда, милая, отнеси, пожалуйста, этот чайник Шукран. Хорошо. Ваш тост, господин Бурак. Спасибо. Приятного аппетита. Аслы, у меня руки заняты, иди обслужи их. Давай. Спасибо, дочка. Приятного аппетита. Можно и мне чаю? Конечно. Прошу прощения. Будь внимательней. Душа моя, ты в порядке? Все хорошо, мама. Ты чуть не облила его горячим чаем. Почему Шукран не обслуживает? Это моя ошибка, мама. Все хорошо. Ты в порядке? Я в порядке. И еще раз извиняюсь. Сельда, дорогая, не нужно так преувеличивать. Это же просто чай. Так что ничего страшного не произошло, да? Ой, боже мой. Я пойду. Приятного аппетита. Милый мой, ты даже ничего не поел. Я не очень голоден. Вам приятного аппетита. Завтрак – это самый важный прием пищи. Не стоит от него отказываться. Сельда, ты говоришь мне одно, а Бураку совсем другое. Жизнь моя, хорошо. Я больше не буду заботиться о тебе. Прости, пожалуйста. Увидимся. Удачи, сынок. Удачи. Сельда, я немного возьму, попробую этот торт. Он все равно не ел. Шукран, что делает в этом доме? Для чего она нужна? Ну, хватит тебе. Случилось и случилось. Ничего страшного не произошло. Я не могу быть в этом доме прислугой. Слушай. Дорогая, ты в порядке? Иногда мама очень ярко реагирует, поверь, в этом нет твоей вины. Ничего страшного. Твоя мама вообще-то права. Моя любимая такая заботливая. Я знаю, что тебе обидно, но не принимай на свой счет. Я поеду на работу, а ты чем будешь заниматься? Я встречусь с Ганжой, она уезжает завтра. А вечером ты и так знаешь. Мне все еще не нравится, что ты туда поедешь. Но у меня же нет выбора. Работу я потеряла. Нельзя же еще и дом потерять, Бурак. Хорошо. Хорошо, родная. Еще раз поговорим. Я поеду в клуб посмотреть, все ли там готово к соревнованиям. Хорошо? Хорошо. Слушай, я сейчас выхожу из дома. Ты что будешь делать? Если тоже собираешься выходить, я тебя могу подвезти. Я очень соскучился. Не могу тебе отказать. Хорошо. Тогда я жду тебя на нашем месте. Хорошо, увидимся. Mm-hmm.
Слушаю, любимая. Эрдем, ты куда пропал? Даже не сообщил ничего. Так получилось, что я ночевал у двоюродного брата... С твоей тети. Скажи правду. Я говорю тебе правду. Почему я тебе должен лгать? Как ты думаешь? Я сегодня встречаюсь со Слы. Как закончу свои дела, позвоню тебе. Хорошо, дорогая, целую. Я тоже тебя. Если Гонджа увидит меня в таком состоянии, мне нужно идти на работу. Иначе придется вернуться в свой город и потерять девушку. Другого варианта нет. Слушаю, госпожа Сильда. Аслы сегодня свободна? Нет, Аслы сегодня занята. Она ушла с работы. У нее скоро экзамены, ей надо готовиться. Поняла. А почему вы спрашиваете, есть проблемы, связанные с Аслы? Эмиль, мы раньше разговаривали на эту тему. Надеюсь, ты помнишь. О чем? Ты знаешь, нам не нравится, что твоя дочь бегает возле спален. И я не хочу, чтобы, как сегодня утром, она подавала нам чай. Она чуть не пролила на Бурака горячий чай. Простите. Простите, госпожа, будьте уверены, что больше такого не повторится. Надеюсь. Пожалуйста. Хорошей работы. Эмель? Что случилось? Нет, ничего. Эмель, ты от меня что-то скрываешь. Что случилось? Госпожа Сельда, Аслы сегодня утром им чай разливала, понимаешь? И она попросила меня, чтобы больше такого не повторилось. Да, у меня руки были заняты, и я ее попросила. Но что в этом такого? Аслы чуть не разлила на господина Бурака горячий чай. Значит, поэтому она так запаниковала. Ведь Аслы даже не видно в этом доме. Что еще нужно сделать? Ну что? Я забочусь о ребенке, хочу как лучше. Я устала ее предупреждать. Но снова одни неприятности. Я знаю. Хорошо. Не волнуйся. Не расстраивайся. Хорошо. Бурак, ты можешь ехать немного побыстрее? Смотри, мы создаем пробку. Нас все обгоняют. Ну, а ты поехала со мной не ради того, чтобы побыстрее добраться. Вот смотри, как здорово. Едем медленно. Красота. Любимая, какие цветы ты любишь больше всего? Они все красивые, я все люблю. Все красивые. Хорошо. Сестра, мы покупаем все. Я не это имела в виду. Если бы я хотел купить тебе все цветы мира, все равно было бы мало. Спасибо большое, они такие красивые. И так вкусно пахнут. Просто посмотри. Я чувствую только твой запах. Здесь. Береги себя, ладно? Ты тоже. Спасибо тебе.
Я могу оставить цветы здесь? Конечно, пусть остается. Увидимся. Увидимся. Ослы, мы не виделись со вчерашнего дня, а кажется, будто год. Да, мне тоже так кажется. В тебе что-то изменилось. Что, например? Ты вся сияешь. Ты очень красивая. Правда? Теперь ты поняла, что влюбилась в этого парня? Я влюбилась, да, Гунжа? Влюбилась, конечно. Давай, рассказывай, какие новости, как дела? Ты счастлива? Ну, все идет очень хорошо, но случается иногда что-то плохое. Ты же знаешь, что Вулкан сказал Чигле, что мы помирились. Да, знаю. Чагла пригласила нас к себе домой. Аслы, что ты такое говоришь? Аслы, мне это не нравится. Меня это беспокоит. Гонджа, я обязана пойти. Иначе она опять скажет, что я лгунья. Начнет подозревать. Аслы, я так боюсь этой девушки. Я ей не доверяю. Что бы ни случилось, ты должна держаться от нее подальше. Я буду за тебя волноваться. Не хочу, чтобы ты расстраивалась. Ты же моя дорогая. Не волнуйся, ладно? Ладно. Госпожа, она сейчас вместе с подругой. Мы можем это как-то использовать? Может быть. Они выглядят как близкие подруги. Хорошо. Проследи тогда. Узнай, кто она и откуда. Хорошо, госпожа. Пойдем уже? Можно. Но обязательно сообщай мне обо всем. Я буду думать о тебе. Хорошо, не переживай. Подожди минуту. Дай руку. Я не могу идти одна. Слушаю. Аслы, я уже еду. Хорошо, я жду тебя. Аслы, ты куда? Ты же и так знаешь, Бурак. Мне это не нравится. Может быть, ты не пойдешь? Бурак, мы уже тысячу раз говорили. Не нужно опять поднимать эту тему. Я и так нервничаю. Хорошо, ты Вулкана здесь ждала. Да, Бурак. Мы туда вместе поедем. Нет, я тебя туда отвезу. Не говори глупостей. Он приехал сюда. Что я ему скажу? Ты хочешь, чтобы все поняли? Мне все равно, Аслы. А мне важно. Мне надо идти. Увидимся. Очень интересно. Ты же неспроста все это устроила. Ты меня очень хорошо знаешь, Тукчи. Ты хорошо знаешь, что делать, да? Не волнуйся. С нетерпением жду, когда увижу лицо Аслы. Дорогая, добро пожаловать. Спасибо, жизнь моя. Ваш новый дом просто чудо. Желаю вам жить счастливо в нем. Спасибо. Хорошо, что ты нас позвала. Мне очень интересно посмотреть на девушку Вулкана. Как весело будет перемывать косточки Денис. Жду не дождусь. Не переживайте. Раз вы уж пришли, вы точно это увидите. О, добро пожаловать. Здравствуй, дорогая. Проходите. Посмотрим, придет ли Бурак.
Наверное, он знает, что Аслы будет здесь. Конечно же, он придет. Хочу посмотреть на его лицо. А как там Чагла, дорогая? Я не нашел возможности поговорить с Бураком. Уже намного лучше. Я рад. Значит, Бурак взялся за ум. Надеюсь. Чагла сегодня вечером устраивает ужин для друзей у нас дома, и Бурак должен прийти. Прекрасно, значит, они помирились. Я их оставила и уехала. Потому что я правда устала разбираться, в каких они отношениях. У меня то же самое. Ничего не понимаю в этих делах. Вулкан недавно расстался с Денис. Нашел уже новую девушку. Серьезно? А, Чагла сегодня сказала, что Вулкан придет, но ничего не говорила про его новую девушку. Я удивлена. Я тоже не верю. Вулкан обычно так не делает. Так быстро девушек не меняет. Сначала он расстался с Денис и ушел к Аслы, потом вернулся к Денис, теперь опять с Аслы. Надеюсь, в этот раз все надолго. Дай бог. Я познакомился с Аслы. Она милая девушка. Как интересно. Она близкая подруга Эды. Приходила к нам, вот я и познакомился. Эда очень старалась, чтобы ее брат помирился с Аслы. Синан, как у вас с Эдой? Неплохо. Я очень рада это слышать. Значит, она простила тебя. А что она думает про меня? Она же больше не относится ко мне, как раньше. Это очень важно для меня. Нет, конечно. Вот это еще больше радует меня. Я в самый короткий срок хочу помириться с Эдой. Эльчин, я тоже этого хочу. Скоро уладим это дело. Прекрасно. Может зайти держась за руки? По-моему, нет необходимости. Хорошо. Мы же не останемся здесь надолго. Уедем, когда захочешь. Было бы хорошо. Увидимся. Добро пожаловать. Спасибо. Вулкан, спасибо, что приняли мое приглашение. Пожалуйста, давайте забудем все, что произошло в тот день. Чагла, давай не будем открывать эту тему. Аслы и так расстраивается из-за этого. Ты прав. Пожалуйста, проходите. Друзья, прошу, ужин готов. О, вы правда отлично смотритесь. Желаем вам удачи. Спасибо большое. Давайте начнем. Ты чего-нибудь выпьешь, Аслы? Я буду колу. Они так выглядят, как будто реально встречаются. Смотри, как близко сидят. Спасибо. Не за что. Смотри, как повезло этой девушке. Все-таки она с Вулканом. Он и красивый, и богатый. О чем еще мечтать? Да, вот именно. Бесит. Посмотри на нее. Она вообще на нас не похожа. Аслы, а ты учишься? В этом году я начну учиться. В каком университете? Еще ничего не известно. Аслы очень талантливая в рисовании. Я уверен, она станет замечательным художником. Спасибо. Это моя единственная мечта. Надеюсь, у вас все получится. Дай бог. Спасибо. О, мой любимый пришел наконец-то. Добро пожаловать, любимый. Не надо этого, Чагла. Бурак, про наши проблемы никто не знает. Пожалуйста, не делай ничего, что унизит меня.
Хотя бы сегодня. Прошу тебя. Садись. Добро пожаловать, кузен. Любимый, как ты? Как прошел твой день? Я в порядке. Валкан, спасибо, что пришли. Я правда расстроена из-за всего произошедшего. Простите меня. Ничего, Чагла. Это осталось в прошлом. Конечно. Вы очень подходите друг другу. Никогда не расставайтесь. Не так ли, дорогой? Все идеи по поводу сегодняшнего ужина – это идеи Бурака. Как замечательно, что мы все сегодня собрались. Чагла. Дорогой. Чагла, спасибо тебе за приятные слова. Я нашел правильного человека. Ваш дом и правда очень красивый, Чагла. Спасибо, дорогая. Он меньше, чем дом в Измире, но мы справляемся. Дорогая, ты же должна была быть в Америке. Что случилось? Не я. Мы должны были поехать с Бураком, но, к сожалению, из-за работы Бурака нам пришлось отложить. Пока у Бурака много работы. Может, поедем зимой, да, жизнь моя? Ну, конечно, поедете, дорогая, не переживай. Конечно же. Мы очень много путешествуем, очень веселимся. Аслы, выпей что-нибудь еще? Нет, спасибо. Может, пойдем уже? Аслы, я тебя точно где-то видела. Не могу вспомнить, где. Я раньше вас не видела. Нет, я уверена. Вспомнила. Я видела тебя в клубе, в кафе. Ты мне еще кофе приносила. Ты там работаешь, да? Не может быть. Ну уж нет, Тукче, чтобы девушка самого Валкана Мазароглу работала официанткой, быть такого не может. Не верю. Чагла, может, закроем тему? Я же ничего такого не сказала, дорогой. Аслы, прости. Это Тукче виновата. Тукче, может, извинишься? Тукче, извинись перед Аслы. Нет, не нужно извиняться. Я работаю официанткой в клубе. Значит, я ошиблась. Я не знала. Не знала, что ты работаешь официанткой в клубе. Я этого и не скрывала. Конечно, дорогая. Зачем это скрывать? Будет лучше, если мы поедем. У нас со Слой есть другие планы. Ты в порядке? Слой, дорогая, прости. Прости, пожалуйста, я не хотела. Дать тебе что-нибудь надеть? Не нужно. Я воспользуюсь уборной, этого хватит. Нет, так не пойдет. Пошли. Можешь воспользоваться ванной в моей комнате. Тахари. Да. Красивые, правда? Да. У нас большая любовь. И она просто так не закончится. Ванная в той стороне, да? Ты меня услышала, да?
И не пытайся, поняла меня? Не смей, я все знаю. Я все знаю. Ты много чего не знаешь. Мы с Бураком не можем друг без друга. Понимаешь, что это значит, да, дорогая? Это значит, что мы с ним будем вместе отныне раз и навсегда. Это значит, что у нас не может быть тайн друг от друга. Бурак просто развлекается с тобой, и это ненадолго. Через пару дней он забудет тебя и будет развлекаться с тобой столько, сколько я позволю. Поняла меня? Запомни это раз и навсегда. Тебе ясно? Спрошу у тебя кое-что. Сколько тебе платит Бурак, чтобы ты делала вид, что встречаешься с Волканом? Надеюсь, не меньше, чем платили в клубе. Ладно, я сама спрошу Бурака. Хорошо. В принципе, Бураку сам мне все рассказывает. Мне даже ничего не надо и спрашивать. Вот и все, дорогая. Не нужно было сюда приходить. Моя сумка. Я пойду проведу Аслы. Аслы? Ты в порядке? Я как раз шел тебя проверить. Волкан, мы можем немедленно уехать отсюда? Хорошо, поехали. Моя сумка осталась на столе. Я заберу. Аслы? Ты в порядке? Я не хочу видеть даже твоего лица, Бурак. Пошли, мы уходим. Уходим от... Бурак! Отошел от нее. Бурак! Мы уходим, я тебе говорю. Уходим, ослы, пошли. Пошли, ослы. Бурак! Бурак, что ты о себе возомнил? Волкан, ты в порядке? В порядке. Поехали отсюда.
Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.